Уровень преступности в Югре остается самым низким в УРФО. Такие данные озвучили участники общественного совета при окружном УМВД. В этом году число правонарушений выросло примерно на 1%. В основном за счет участившихся случаев мошенничества. Югорчане стали чаще попадаться на крючок мошенников, которые обманывают их при помощи мобильных телефонов и интернета. К сожалению, в последний год достаточно активно возросло количество преступлений с данного вида преступлений. И здесь, конечно, сотрудникам полиции, вообще правоохранения, наверное, сложно будет обойтись самим, поэтому, конечно, мы нуждаемся в поддержке общества, мы нуждаемся в хорошей информации для людей.